Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в приманочку на сервере Родина Ролиплей, Центральный Округ. Моник здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить моник при регистрации. Итак, пацаны, сегодня снова серия. Я записываю сразу уже после предыдущей серии. Надо наверстнуть упущенное, потому что я не снимал всю неделю Родину, потому что, кто не в курсе, у меня тогда наебнулся микрофон. Я отнесся к мастеру, все сделали. Что было сломано и так далее, можете посмотреть предыдущие серии, я об этом подробно там рассказывал, поэтому... Ну что ж, короче, погнали, я не знаю на самом деле, что мы будем сегодня делать, потому что делать особо я не знаю чего, да. Вот, блядь, просто Кличко отдыхает, нахуй, серьезно. Я на самом деле понял, что, блядь, что-то мой автопарк сильно сливается на самом деле, ну, вертолет, ладно, там Audi, ее просто покрасить нельзя. Мне кажется, если бы Audi можно было покрасить, она тоже была бы такие же цветов, как я... Остальное мой транспорт, поэтому нужно разнообразить, короче. А, Чирон я точно красить не буду, Бэху тоже, это мой фирменный цвет, я использую этот цвет на всех серверах, где играю, именно на BMW. Поэтому да, ну вертолет, блин, ну вертолет перекрашен, как-то уже, знаете, приелся уже, он у меня около года, этот вертолет, поэтому, сами понимаете, в принципе, да. А вот Мерседесик этого недавнего нашего жителя в моем автопарке можно перекрасить. Я даже знаю, в какой цвет. Давайте мы это сделаем, в принципе. Возможно, это банально, но не знаю, короче, посмотрим. Но нужно его обязательно покрасить. Просто обязательно его давайте перекрасим. Потому что, ну, блин, реально, мой автопарк сильно сливается. Во, другое дело, в принципе. Другое дело. Вот неплохо тоже смотрится такой яркий цвет, в принципе. Ну, хоть какое-то разнообразие, что было в моем автопарке, то все одного цвета, блин, как-то... Не по себе даже. Ну, мы, конечно же, возьмем его, и на нем мы и поедем сегодня. Да, прокатнемся, так, окей. Окей, так, все, заводим. Мы погнали, в принципе, посмотрим, что у нас тут в области происходит ночью, в принципе. Ну, как ночью, 9 часов вечера, но все же. Сейчас, кстати, пейдейчик будет, поэтому все заебись. Короче, погнали. Ах да, пацаны, кто знает насчет этих дуэлей, потому что я видел у Акена видос, я его не смотрел. Кстати, надо просто посмотреть, чтобы я и... Ну, вы тоже напишите в комментариях, чтобы я понял, что это вообще такое, и стоит ли туда ходить, это снимать, все и так далее. А тем самым я сейчас заехал, короче, в магазин садоводства, нужно рыбу купить, чтобы я сразу, и когда захожу, забирал рыбок и садил сразу же. Так, рыба, сом. Ну, давайте хотя бы 5 штук купим, ага. Так, теперь черепашки. Черепашки ниндзя, короче. О, 6 черепах купил. Все, хватит, думаю, в принципе... То денег и так не особо много, сейчас нужно еще тачки заправить. Поэтому, да, не будем шиковать сегодня. Блять, каждый день живу как последний, нахуй. На самом деле, блять, на родине. Серьезно, вот я захожу, рыб продаю и все. Там еду рулетки покупаю для вас, чтобы контент снимать, там еще что-то и так далее. И все, денег нету. И каждый день я завишу того, что я забираю рыб. Как бы это мой основная моя прибыль, короче. Это рыбки, блин. Ну такое себе на самом деле. Так, еще и 6 рублей. Ну, давайте их переведем, в принципе, 24 тысячи. О, другое дело уже, почти полтишок. Поэтому, да, поехали, сейчас заправимся. В принципе, да, я на самом деле бы на выче бы сгонял. Но, бля, а, кстати... Ну, поехали тогда в Батырево, на самом деле. Можно в натуре на выче сходить, ночной поход на выче будет у нас такой. Потому что, честно, мне нравится на выче ходить, не знаю, как вам, мне нравится. Поэтому, я думаю, это будет не лишним, точно. Так, давайте я заправлюсь на самом-то деле. Так, бензинчика. Какой нам бензинчик нужен? 95-й и 80 литров хватит. Охрена, что машина сразу заводится сама по себе, типа, когда ты заправился. Так, давайте я еще куплю канистру, ремку. Закупимся конкретно, потом поедем сейчас в амунацию. Потом поедем 24/7, купим броник там, все дела. Так, лопата. Хотя лопата... Может, какую-то лопатой переебать придется. Так, набор для починки. Канистра. Отмычка для велика. Антира, да? Не, ну это все нам не нужно, в принципе, да. Еще нужно пин включить, я думаю. Все-таки, да. Ну, сейчас я закуплюсь оружием, чтобы я зря не сворачивал игру, не включал бинт и так далее. Потому что мало ли, что сейчас может произойти. Поэтому поехали. Бля, поехали. Алло, О, все.
Поэтому поехали в Батырево, сейчас закупимся оружием, масками там и так далее. Кстати, я вот думал, знаете, над чем? Типа вот подкрасться к вояке, короче, и уколоть его ядом. Мне кажется, это будет довольно-таки прикольно, на самом деле. Это будет реально прикольно. Но это будет трудно, блин, как бы... Он меня должен не увидеть, чтобы я ему так сделал. Ну, попробуем, что, попробуем сейчас. Просто, блядь, надо все команды запомнить, потому что у меня память... Не, память у меня хорошая, но просто команд так много, и все они разные, отличаются, как на других проектах. Поэтому нужно их запомнить. Так, у нас тут вот амунация есть, в принципе, так. А где у нас 24 на 7? Ага, по-моему, вон там, да? Или... Нет, стоп, это столовая, по-моему. А, блядь, это вообще бар. Ёпта, ну, на 24 на 7, чтобы маску купить. Без маски это глупая затея, будет туда ворваться. Так, давайте за оружием зайдем, короче, все-таки, да. Потом уже поедем за маской. Угу. Так, 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 так. Бита, не, на меня есть лопата, зачем мне бита? Мачете, ну, не. Парашют, так. Кстати, бля, я пару дымовушек купил бы. Так, раз, два, три, четыре. Хватит. Так, мне дробашек, конечно, надо. Хотя, я думаю, 50 патронов хватит. Смысла много покупать нету. Так, ну, понятное дело, вот это мы тоже все берем. 300, 400 патронов хватит. Так, и снайперки нам нужно. Да, ладно, 100 патронов точно хватит. Все, мы конкретно закупились. Как бы, я думаю... Хватит. Я думаю, по-любому хватит, поэтому... Бля, у нас машина такая непримечательная, пиздец, да, пацаны, бля? Вообще, сдалека хуй увидишь просто. Так, я, по-моему, обнаружил... Как-то пере... без комментариев просто, без комментариев. Да. О, вояка, кстати, вояка, смотрите, первый взвод. Так, 24 на 7, то, что нам нужно. Но мы его трогать не будем, это потому что будет считаться ДМом. Как бы, зачем его трогать, он все равно не на базе. Как бы, поэтому... Да, купить... Купить... Техника, аксессуары. По-моему, маску надо купить. Не одну, так, купить... аксессуары. Ага, у меня есть три маски, да? Хорошо, купить. Продукты разные. Так, бронежилет. Ар... Блядь, армор. Все. Так, купить. Разные. Так, яд. Можно яд купить. Аптечку. Кстати, блин, где взять рецепт на эту аптечку вонючую? Я все на самом деле купил бы. Напишите в комментариях, пожалуйста. Вот серьезно, я знаю, что где-то в больнице, наверное. Ну, как это сделать, в принципе, напишите мне в комментариях. Так, таблетки. Ну, давайте я куплю яда. Kill me. Ага. Ага, стоп, стоп, стоп. Не-не-не. Kill me. Не, kill me не надо. Подождите. А вот, points, так, чтобы отравить игрока, давайте я ее копирую. Points on, да? Points on, ID надо прописать, короче, все, копирую, заебись. Все, теперь можно ехать к военной базе. Так, короче, все, продолжаем. Так, я бин включил, все, едем. Я думаю, можно сразу маску одеть, маск. Так, 10 минут, хорошо, у нас 3 маски есть, я думаю... Этого нам вполне себе хватит. Маршрутчики, правда, ездят. Но, блин, а, кстати, я чуть на Мерседес через забор перепрыгнул или нет? Ай! Я что-то испугался, блин. За то, что мы сейчас... Лобовушка будет, короче, да. Так, у нас сейчас будет РВС машин. Блин, я что-то не рассчитал того, что... Блин, я все-таки на Мерседес. Он мне довольно-таки невысокий. Поэтому... Блин. Хреново, что я могу сказать? Хреново. Но мы должны туда попасть любой ценой. Надо было, блядь, вертолет брать, что-то я тупанул. Кстати, бля, в таком красном цвете он довольно-таки, ну, ночью, по крайней мере, неплохо выглядит. Мне очень нравится, на самом деле. Чего у него под капотом бы еще глянуть? Так, давайте, типа, без палева сейчас задним ходом, короче, такие, опа-опа-опа. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, забор-то и поставил здесь. Блин, а смогу ли я на Мерседесе запрыгнуть сюда? Или не смогу? Мне вот это очень интересно, на самом деле, потому что... Ладно, я пока глушить не буду, а то мало ли что. Так. Ага. Ага, ага. Хуй нога, блядь. Ну, пиздец. Что мне делать, а? Так, давайте я уберу оружие.
Так, надо перехранить, затем убрал за спину. Я убрал за спину, во, все. Бля, как туда попасть? Тогда мне, Алёша. Алёша, помоги. Нет, я походу сюда никак не залезу, да? Ну, пожалуйста, блин, я же давно на обучение ходил. Ну, блин, ну чуть-чуть, блин. Ай, ладно. Так, давайте пробуем через главный вход заехать туда. Правда, мне кажется, это у нас не получится. Ну ладно, поехали, короче, туда. Попробуем там это все сделать. Блин, капец, мы раздаются, эти довольно-таки плавно так идет. Мне очень нравится. Так, у меня маска. Меня они не видят, в принципе, да? Это хорошо. Так, там, ебать, там военных, так, давайте, типа, мы на парковку такие, опа-опа, та-та-та, ра-та-та, София Ротара, там все дела, да. А как нам туда пробраться, ёб твою налево? Вот что я не просчитал. Чё-то, бля, я об этом не подумал. Я думал, будет довольно-таки попроще. Так, может, какая-то тачка открыта, большая, высокая, высокая машина. Пожалуйста, ну высокая машина нужна. Бля, буханка, ты что, закрыта? Нет. Нет. Почему так все жестоко, блин? Ну там еще. Тут вояка, по-моему, в кастре, да? А, нет, там вон еще один чувак пришел. Бля, и что мне. Как-то да. Ну такое, блин. Так, остался единственный вариант, но за этот вариант я могу улететь за поля, и пацан так делать нельзя никогда, ни при каких условиях, никогда в жизни, просто такого не делать. Братишка, может, ты отъедешь? Спасибо. Так, ладно, чё по полям, там есть трамплинчик, поэтому... Блядь, я так не хочу в Деморган, я... Серьёзно, я забыл, когда... Я где-то месяцев 5 в Деморган не сидел, серьёзно. Бля, вот сука. А как... Бля. Да ну нафиг. Серьезно, они так обгородили жестко, что теперь туда даже не попасть. Типа. Так, стоп. Так, давайте я лучше выйду, бля, гляну, что тут у нас вообще. Бля, мне кажется, я здесь не проеду, поэтому сейчас мы свернем туда, короче, да. Это пиздец сложно, я думал бы попроще. Да ну нахер, блин, чего они такие злые? Дайте мне прыгнуть. Здесь тоже, да, забор стоит. Да ну на... Ого! Нашлась лазечка. Ну блин, я сейчас могу чисто в Деморган улететь, как бы. И на этом все закончится. В принципе, да. Так, давайте, ну я не знаю даже, куда лететь. Давайте сюда. Тормози. Ёкалэмэне, блядь, я на машине залетел. Бля, пацан, так делать нельзя, если что, говорю сразу. Так делать нельзя. Как фары выключить? Там вояка бежит. Там два вояки. Блядь, что делать? Так, я машину сюда, короче, спрячу. Так, давай. Все. Куда-то, блядь. Как-то надо, чтобы я потом не усел. Хотя нахуя? О, давайте я вот чисто вот так вот спрячу ее. Я потом мог в нее сесть. Так, теперь давайте нажимаем бинт. Достал из-за спины, затем снял. Так, ну можно было бы не это доставать. Так, во. Так, снайпа. Так. Ага, чувак нас не видит, да, по-моему? Так, он нас не видит. Я что-то у него вообще выстрелить не могу. Бля, там машина просто на карте мой видно. Вот это хуёво. Взял другое оружие. Давайте я вот эту команду копирую тоже. Хотя не, я просто... Вот так вот сделаю. Так, давайте, я не знаю, как-то их убить надо всё-таки. Давайте как-то поближе подойдем, что ли. Где они, блин, я их не... А, во. Так, они, по-моему, меня увидели, да? Или нет? Нет, по-моему, не увидели.
Так. Так, один из них побежал. Ладно, все. Тогда по стелсу. Работаем по стелсу, пацаны. Реально, работаем просто по стелсу. Так, мне хотя бы одному бы убить из них. Он где-то вон там стоит. По-моему. Так, это хорошо, что снайперка хоть нормально увеличивает, в принципе. Так. Так, он нас, по идее, не видит. Какие ему хедшот ебануть в голову? Бля, я не могу в него попасть. Так, а если вот таким образом? Не, ни в какую не могу в него попасть. Короче, ладно, погнали тогда. Так, сюда бегут военные. Сюда бегут военные, хорошо. Так, надо как-то их встретить хорошо еще. Побежали, короче, на горку. Так, я уже подорвался достаточно близко. Так, где-то тут должен какой-то чувак быть. Так, давайте пробуем шмалянуть пару раз. Так, убил. Убил одного. Убил второго почти, да? Так, они начинают шевелиться. А я начинаю все бывать. Так. Увидел меня, увидел, блядь. Надо достать другое оружие. Бля, их много, их много. Их много, сука. Их очень много, блядь. Минус броник, блядь, минус броник. У меня скиллы хуёвые, блядь, у меня скиллов вообще нету. Дымовуху надо кинуть. Давай, давай, давай. Дымовуху кидаем. Дымовая завеса, блядь. По съебам, блядь, по съебам. Быстрее, там моя машина стоит, давай. Давай, давай, давай. У меня там машина стоит. Давай, давай. Нет. Меня сейчас убьют просто. Давай. Давай, заводись. Давай, 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 давай. Let's go, let's go. Ебать, я по военной базе гоняю, блядь, что делать? Что делать, блядь? Я на военной базе, пацаны. Надо скриншот делать, блядь, все, погнали. Все пиздец. Все пиздец. Блядь, они по мне шмаляют. Такое себе, блядь. Давай, 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 давай. Опачки, опачки. Ебаный в рот. Здрасте. Так. Я думаю, можно так сделать. Мне пизда. Мне пизда. Ебать их там много, ебаный воробей. Открывайся, машина, открывайся, открывайся, быстрее. Откройся. Давай, давай, малышка, я в тебя верю. Ты можешь... Ты можешь? Давай, ёпта! Ай, ай, больно, бля, больно. Ремка же есть, точно, репкар. Все, погнали, блядь, заебись просто. Блин, это самая лучшая серия про военную базу. Пацаны, я думаю, это будем заканчивать, потому что бессмысленно, блин. Они меня, как бы, может быть, и поймают, но это не факт. Но, блин, тут нету финалочки, короче, тут нечего делать, по сути, как бы. Я от них просто буду кататься туда-сюда, поэтому, если вы хотите еще таких видосов, пацаны... Обязательно ставьте лайки, там, подписывайтесь на канал. Но так делать, как я делал это, нельзя так делать, пацаны. Поэтому не делайте так. Все, всем пока-пока.